Привет, это Марина. Сегодня покажу вам свое обновленное хранение декоративной косметики на новом месте. А я себе организовала такой вот женский уголок. У меня есть небольшой такой очаровательный столик подвесной. Кстати, на нем иногда я также работаю на компьютере, хоть он и маленький, но в принципе мне достаточно удобно. Здесь у меня еще сохранились цветы с 8 марта. А сегодня уже у нас какое число? Сегодня у нас 13 марта, да, вот третья часть моего букета стоит сейчас здесь, украшает пространство. И вот такой вот здесь столик с двумя ящичками. То, что в него не влезло, я выставила сюда для того, чтобы вам продемонстрировать. Это только пудры, здесь Givenchy, Giorgio Armani, два вида метеоритов и пудра от Clarins. А вот тут небольшие ящички. Каждый из этих ящичков полон сокровищ. По крайней мере, когда я открываю их по утрам, мне очень нравится смотреть, что же тут находится. Давайте сейчас я вам покажу вместе два, и потом мы пройдемся уже конкретно по продуктам, хотя вы их видели уже 100 раз, но вот так вот сейчас у меня это все хранится. Кое-что я иногда беру с собой в ванную, оставляю там, но потом стараюсь вернуть все на место. В первом ящичке я храню все свои продукты от Chanel и еще некоторые другие продукты, как, например, пудра, которая у меня заканчивается от Givenchy, пудра от Calistar. Здесь уже нет никакой пудры, но это очаровательная пудреница от Guerlain. Я просто не смогла ее не взять с собой, потому что она меня радует. Именно нравится, как она выглядит, и когда-то я ее купила пустую именно вот из-за ее дизайна и потом вставляла туда рефил. Вот сейчас она опять у меня пустует. А здесь у меня бронзер Calistar, там лежит пробник от Lancome тонального средства, здесь кисточка от Guerlain, кстати, очень хорошая серия терракота, очень мягкая, красивая. Если у вас есть возможность купить себе такую, я думаю, что вы не пожалеете. И тут мои продукты от Chanel. Что у меня тут есть? Вообще, я не собиралась показывать отдельно продукты, но раз это хранение косметики, давайте посмотрим тоже немножко. Румяна, пудра в темном оттенке, которую я использую как бронзер. Я ее вам уже много раз показывала, ну не знаю, вдруг кто-то будет смотреть первый раз. Я вот каждый раз на это рассчитываю и показываю вновь. Наверное, будет сложно все открывать одной рукой. Два тональных крема Vitalumiere Aqua и Le Beige, оба от Chanel. Сейчас мне больше нравится использовать Le Beige, потому что в нем есть SPF, и он дает такой несколько глянцевый эффект, такой подсвеченной кожи, как будто тональный крем с хайлайтером. Палетка от Dior пятицветная. И как она, кстати, у меня не заканчивается. В принципе, я и не особенно к этому стремлюсь. Здесь у меня пудра Мат Люмьер, тут бронзер. Пудру не буду показывать, там ничего интересного. Бронзер вот такой. Просто потрясающая пудра от Chanel, лимитка. Я так и не решилась на ее использование, потому что она очень красивая. Я знаю, что все это безумно неправильно, но она меня просто очаровывает. Она правда очень красивая. В общем, это guilty pleasure. Прошу меня простить. Консилер от Chanel в 10 номере. И вот такая тушь от Chanel. Черная, самая обычная. Давайте теперь посмотрим, что у меня в этом ящичке. Тут у меня в основном туши, помады. А также есть вот такое замечательное тональное средство с эффектом сияния от Kika. Очень нравится. Но для жирной кожи оно, наверное, не подойдет. Слишком будет блестеть. Дальше у меня тут Lucas Papaya, матовая помада Ofra и в Saint Laurent хайлайтер, который я больше использовала все-таки как консилер для век.
Ну, это хайлайтер, все знают. Clarins Instant Light. Блеск тоже нравится. Дальше у меня тут Clarins база. Иногда я ее даже использую. Она очень хорошо выравнивает тон кожи. А Tarte Tarteist. Это моя любимая коричневая матовая помада. Blistex вот все никак не закончится, но уже скоро. Помада от NARS. Помада от Catrice. Помада от... чего там она? Dove Blue. От Avon. От Dior. Giorgio Armani, Saint Laurent, еще один Yves Saint Laurent. Тут у меня дальше LCF, NYX, две матовых помады. Hourglass, очень мне нравится, но очень дурацкая, дешевая упаковка. Упаковка не нравится, продукт нравится. Clinique Touche, это, по-моему, Benefit. Benefit, не Benefit. Да. Как? Roller Lash. А Benefit тушь, потом дальше Baxom тушь, Clinique тушь. Вот эти все туши, это новые, я их ни разу еще не пробовала. Специально вот не пользовалась, чтобы они сохранили свои свойства. Как только у меня закончится Шанель, может быть, я начну... А, хотя я вас обманываю, вот это Clinique я пользуюсь, да. Inglot Duraline иногда он нужен, но не слишком часто. Это ателье... как эта штука-то называется? Акварель. Белая для ярких макияжей, но сейчас я не использую. Тут у меня тени от Inglot. Новая палетка от Dior. Travel. Вот такая вот. Тут есть много всего. В принципе, можно только ее брать в дорогу, если что. Дальше здесь Makeup Atelier тени. И вот там целая кучка всяких-всяких карандашей. Но я сейчас их, пожалуй, не буду доставать. А вот такие два очаровательных ящичка. Надеюсь, вам понравилось это все смотреть. И я принесла еще лаки для ногтей. А так как я не знаю, где я тут буду делать маникюр, я решила взять с собой лаки, которыми уже давным-давно не пользовалась. Ну, в общем-то, тут, может быть, я буду что-то из этого использовать. Тут у меня есть вот такой Эвелайн. Он заканчивается. Dior. 4 лака от Шанель, кстати, очень я люблю. Вот у меня есть даже Парадоксал, но я очень люблю вот этот. 563, он очень красивый. А вот этот лак идеальный в нанесении, не полосит, очень ровно наносится. Можно в один слой или в два, то есть если какие-то есть погрешности, то именно с этим лаком никогда их не видно. И вот такой вот красный от Rimmel Allegro Pro, очень мне тоже нравится. На этом все, девчонки, это была моя косметичка, я хотела сказать, это был мой косметический уголок. Пишите, как вы храните косметику, нравится вам такой способ или нет. Наверное, вы видели, что я везла свою косметику в чемоданчике от Dior, и какое-то время я в нем же ее и хранила, но его не очень удобно использовать, потому что он внутри... тканевые, и косметические средства его пачкают, ну, получается очень неопрятно, я такое не люблю. Вот, но какую-то косметику, вот что-то такое, то, что я сразу не использую, я могла бы там хранить, а все остальное вот в таком косметическом столике. Спасибо вам большое за внимание, с вами была Марина, и всем пока!